Главное модное событие осени. EVA Fashion Week стартовала в минувшие выходные. На суд зрителей свои работы представили ведущие ивановские дизайнеры и гости из соседних регионов. Представлено сегодня 12 дизайнеров. Достаточно плотная программа, интересная, очень творческие, интересные дизайнеры. Есть дизайнеры, которые участвовали в различных неделях моды, в том числе, например, иностранных, в Китае. Масштабное мероприятие участвуют модели международного модельного агентства «Индиго», 80 человек, это тоже очень показательно для города. Новейшие коллекции порадовали своим разнообразием. Ольга Каурцева представила легкую, почти невесомую коллекцию в нежных тонах. Женственные и трогательные образы, вечерние коктейльные платья. Ну и, разумеется, особое внимание нарядам невест. Контрастно на фоне торжественных туалетов от Каурцевой смотрелись коллекции молодого дизайнера Яны Цветковой, триумфатора 3-го Евразийского фестиваля моды «Шелковый путь», который проходил в Китае. Повседневность не должна быть тривиальной, считает Яна. Свобода стиля милитари и торжественность барокко. Быть стильной каждый день и в офисе, и на прогулке. Вот главный посыл модельера. Это для ярких, модных девушек, уверенных в себе, для активных, с активной жизненной позицией и подчеркивает индивидуальность. Один из самых демократичных ивановских модных марафонов. Ивановская неделя моды традиционно проходит поближе к народу, в одном из торговых центров. Здесь модные веяния можно не только уловить, но и, вдохновившись, сразу пойти воплощать. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.